щупал на ощупь, не мог понять, для чего я заказал неваляшку. На самом деле это не неваляшка, это вообще обалденная штука. Постороннего страшного запаха я никакого не чувствую. Давайте сейчас вот эту вот наклеечку уберем. Здесь абсолютно не к чему. Взрываю Владимир Михайлович сегодня при вечернем купании будет знакомиться с этой тортильей. Тортила. Да, то есть мы вот так вот снизу ее заводим, кладем ее в воду. Она делает вот так. Достаточно надолго ее хватило. Надо понимать, что в воздухе свободно вот так вот она прям... И быстро у нее закончился завод. В воде все дело происходит медленнее, да? То есть на лапы будет сопротивление, и следовательно она будет, ну, так, чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух, медленно. Еще раз давайте посмотрим. Да что, Владимир Михайлович, я их себе возьму, когда пойду мыться. Завода хватает надолго. По сравнению с рукой, да, у меня руки достаточно большие. Это большая, да, достаточно большая игрушка. Но, по-моему, единственное, нету выбора цвета. То есть его отправляют рандомно. Данное видео, вполне подозреваю, нужно вырезать из этой большой распаковки и добавить в раздел «Товары для детей». Да, то есть у меня есть отдельный раздел, там вот прям вот разнообразные игрушки. Да, и помимо игрушек, ну, какие-то вещи для детишек. Давайте дальше.